именно эти автомобили, я вам немного расскажу про Kia Stinger. Под капотом этой машины находится 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор, который выдает 249 лошадиных сил, 350 крутящего момента. Здесь стоит 8-ступенчатый автомат и есть полный привод. И она разгоняется за 6,7 секунд. Под капотом Porsche находится V-образная шестерка, 3-литровая дизельная. Она турбированная, выдает она 245 лошадиных сил, 500 крутящего момента. Это тоже полноприводный автомобиль, на нем стоит также 8-ступенчатый автомат. И разгоняется он до сотни за 8,7 секунд. Почему мы их сравним? Потому что Stinger по многим видео в интернете, вообще на ютубе, заявил лучший результат 7,8. То есть парни снимают, замеряют, он едет где-то в районе 7-8 секунд. И этот же аппарат, это Porsche, мы понимаем, и он будет ехать всегда 7,8, но если у него не миллионный пробег. И вот мы как раз на этом живом примере хотим сравнить, как поедет Stinger, обгонит он Porsche или не обгонит Porsche. То есть сейчас заедем и посмотрим, действительно ли Stinger едет 7,8, либо Stinger едет на заявленные 6,7 на живом примере. Помимо того, что мы их сравнили по динамике, точнее будем сравнивать по динамике, мы еще их будем сравнивать и по ценовой политике. Новый Kia Stinger в комплектации GT Line стоит в районе 2 500 тысяч. Это вместе со всеми скидками. Он у нас получается новый на гарантии, там 150 тысяч пробега, либо 5 лет гарантии на него. Porsche, это 2013 года машина. На рынке он стоит где-то в районе от 2 200 и до 2 600. Но у нас уже получается на нем есть пробег, ну и никакой гарантии. То есть тут тоже можно подумать, что же купить, новый Stinger либо поддержанный Porsche. Кстати, на Porsche очень часто летят датчики. И заметьте, один датчик стоит от 20 до 30 тысяч рублей. Здесь же, если что-то полетит, то вы поехали к официалам и вам все поменяли по гарантии. Ну давайте не будем больше разглагольствовать. Поедем, проверим, как же едет на самом деле Stinger. Так, машина нам тут слегка помешала. Короче, Porsche чуть-чуть вырывается вперед. Короче, я в спорт-режиме. Стабилизация выключена. На 3 сигнала. Вперед чуть-чуть продерни. Да не ссы, там нет никого. Давай, на 3 сигнала. Так, Porsche опять выпрыгивает вперед. Ну, теперь намного причем. Очень намного Porsche, короче, выпрыгнул. Зараза. А
опять уходит. Причем уходит вообще в точку. На два корпуса он точно ушел от меня. На три уже. На три корпуса. Паршак уходит на три корпуса. Первый раз я тронулся, он отстал прям чуть-чуть совсем. Но у него человек был в машине, но я не думаю, что 70 килограмм такую роль сыграли большую, ну, для Парша с таким моментом. Печально. Тонну 900 и 200. И 200 уходит. Так, сейчас с лаунча тронулся. Старт я ему не проиграл. Блин, он все равно уходит, зараза. Так, он где-то примерно на один корпус от меня ушел. На два корпуса. На два корпуса ушел. Так, я не знаю, с двух педалек с лаунча поехали. Потом с ручного переключения поехали. В спорт режиме. Я не знаю, стабилизация отключена. И все равно он никак не вырывается вперед. Блин, я пока опечален. В общем, сделали три заезда. С лаунча тронулись. Porsche ушел. Самый первый заезд был неплохой. Я отстал прям, может, максимум на пол корпуса. Но в Porsche один человек сидел. Я пустой ехал. Второй заезд в спорт-режиме тоже. Ну, короче, все время ездил в спорт-режиме. Porsche уходит. Пока вот печальные новости. Сейчас поедем ходом с 40. Я тронусь тоже с Лепесков со второй передачи. Посмотрим, как он поедет. Надеюсь, хотя бы ходом он его обгонит. Сорока ходом пор все равно ушел. Где-то, может, после 200 Стингер будет его нагонять. У нас просто такой дороги длинной нет. Может, конечно, бензин еще играет огромную... Ну, не то, что он играет огромную роль, но залить 95-м. В 95-м он не едет. Мне кажется, это тоже является таким фактором, ну, немаловажным и печальным. Но, тем не менее, не каждый день там все люди заправляются сотом. Не каждый день они гоняются. То есть большинство людей ездит все-таки на обычном 95-м. И все равно Porsche уходит, зараза. Я вот сейчас давай, три. Тапка просто вообще в пол. 140, 150, вот, 150 мы Porsche начинаем догонять. На 150, короче, мы начинаем его догонять. С места Porsche уходит. Крутящий момент все-таки у него решает, это бесспорно. Ну давай, дорогой, давай, давай, ну рубись, ну, давай! Вот, короче, все, вот 100, и мы приклеились к нему, вообще ни капли не отстаем. Я не знаю, ну, понятное дело, он уходит с самого начала. Потом, когда сотка вот переваливается, все, я от него вообще не отстаю, я начинаю потихонечку его догонять. Блин, ну этого недостаточно, мы должны уходить от него.
Точнее, вообще с самого начала не должны были проигрывать Porsche. Так, сейчас у нас полный Porsche. Там 4 человека, я один, в спорт-режиме. Каен уезжает. Вот опять сотка, я к нему приклеился. Так, ребят, мы провели ряд заездов, и во всех заездах Porsche у нас объехал Stinger. Парни в Porsche замеряли, сколько он едет до сотни, получилось у них 7,5. И расклад такой, Stinger вначале проигрывает Porsche, он примерно на 2 корпуса уходит от Стингера, потом где-то на 80 он прям прилипает к нему и не отстает, переваливает все это дело за скорость за 100, и Стингер по чуть-чуть начинает ее догонять, а уже когда переваливает за 150, ну мы, к сожалению, не смогли это заснять, потому что, ну, по всей дороге у нас не получилось расставить камеры, он его догоняет уже прям чуть ли не вплотную, то есть в моем, ну, скажем так, видении, Stinger после 200 Porsche точно объедет. Это 100%. Но с учетом того, что парни замеряли, что он едет до сотни 7,5, а Stinger с ним сотню разменивает одинаково, то есть получается, у Stinger лучший результат это 7,5. Но еще у нас такой момент. В Stinger залит 95-й бензин. Это прям вот огромную роль тоже играет. Я думаю, что если мы зальем туда сотый, то... Но он, если не будет обгонять его, он, по крайней мере, будет рядом с ним ехать. Это прям 100%. В общем, у нас вот такой сегодня был эксперимент. Если вы хотите, чтобы мы на Стингере заехали с какими-нибудь там BMW, Audi, в общем, со всеми машинами, у которых 2-литровый турбомотор и желательно бензин, то напишите в комментариях, и мы обязательно это снимем. Заедем с этими машинами и уже будем смотреть, какой же будет результат из этого. Ну, я немножко расстроился. На Stinger я все-таки возлагал больше надежд. Ну, увы. Ну, тем более еще и Porsche, конечно. Это у нас дизель, и с места он в любом случае бы уезжал. В общем, ребят, с вами был Леха. Всем пока, до новых встреч, до свидания.